саженцы груши Елены отлично подходят для выращивания на плодородных, питательных почвах. Слаборослое дерево начинает плодоносить на пятый год после посадки. Крупномеры груш Елены компактные, прекрасно впишутся в общую картину сада. Сорт отличается такими преимуществами. Изумительный вкус плодов. Хорошо хранятся после сбора. Дерево устойчивое к грибковым заболеваниям. Выдерживает низкие температуры. Садоводы любят этот сорт за хорошие вкусовые качества плодов, созревание которых начинается в сентябре. Грушки на дереве висят долго, в среднем их масса 150 грамм, цвет зеленовато-желтый. Груша обыкновенная Хеллена – это дерево высотой от 350 до 400 сантиметров. Цветет растение в месяц май, июнь. Важно, что груша обыкновенная Хеллена самобесплодный, обои полый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.